Всем доброго времени суток, дамы и господа. Как хорошо вы знаете логотипы компании. Сегодня у нас будет супер захватывающее испытание. Готовы узнать, как хорошо вы знаете логотипы компании? Да? Тогда присаживайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. Поехали. Все мы пользуемся Google каждый день, но узнаете ли вы его настоящий логотип? Правильный ответ – тот, что справа. Пользователи Google Chrome, вы сможете дать правильный ответ? Правильный ответ на второй картинке. Все мы знаем компанию Microsoft, но какой же правильный логотип? Правильный логотип под номером 2. В правильном логотипе Amazon стрелочка указывает на какую букву? Если вы ответили, что стрелочка указывает на букву А, так как это первая буква в названии компании, что ж, вы абсолютно ошиблись. На логотипе компании Amazon стрелочка указывает на букву З. Не расслабляйтесь. Какой правильный логотип компании eBay? Правильный логотип под номером 1. А вот на этот вопрос уже далеко не все смогут ответить. Итак, правильный логотип компании Intel. Правильный логотип Intel под номером 2. А вы смогли правильно ответить? Напишите об этом в комментариях. Ну а мы идем дальше. А если среди моих зрителей еще те, кто помнит, как выглядит логотип компании DVD-Video? Что ж, я думаю, это было нелегко, а правильный логотип компании DVD-Video выглядит вот так. Логотип компании LG напоминает на смайлик, но какой же из этих смайликов правильный? Правильный смайлик под номером 1. Какой правильный логотип компании Samsung? Правильный ответ – тот, что снизу. У птички на логотипе Twitter есть глаз? Что ж, пускай это и устаревший логотип, но так или иначе у птички не был нарисован глаз. А кто-то присматривался к логотипу Instagram? Отличие было в одной маленькой детали, но все те, кто ответил, что правильный логотип на картинке с буквой А, вы абсолютно правы. Любители космоса, вы сможете найти правильный логотип компании NASA? Правильный логотип компании NASA на второй картинке. PayPal или PayPal? Вот этот PayPal. А сейчас мы перейдем к автомобильным логотипам. Итак, правильный логотип компании Mercedes. Я думаю, это было несложно, и вы ответили правильно. А правильный логотип компании Mercedes под номером 2. А теперь первый конкурент компании Mercedes – BMW. Какой правильный логотип BMW?
А это уже было посложнее, но правильный логотип компании BMW под номером 1. Конь на логотипе Ferrari направлен в какую сторону? В левую, все правильно. Многие из нас знают компанию Tesla, но все ли смогут найти правильный логотип? Присмотритесь, отличие в маленькой детали. Ну что ж, это было нелегко, а правильный логотип под номером 2. Не менее сложнее будет вспомнить и указать на правильный логотип компании Volkswagen. Правильный ответ на второй картинке. А теперь еще сложнее. Какой логотип принадлежит компании Porsche? Это было уже непросто. Те, кто знают малейшие детали логотипа, наверняка ответили, что правильный логотип под номером 1. Какой из двух логотипов принадлежит компании Citroën? Правильный логотип компании Citroën на первой картинке. На какой картинке изображен правильный логотип компании Mazda? Правильный ответ на первой картинке. А какой правильный логотип компании Honda? На второй картинке, все верно. Какой из этих двух логотипов принадлежит компании Shell? Правильный логотип на изображении с буквой А. А сейчас мы перейдем к брендам одежды. Итак, какой правильный логотип компании Nike? Ну а правильный логотип компании Nike под номером 2. Давайте перейдем к спортивной одежде. Итак, правильный логотип компании Adidas? Вот этот вот. Какой настоящий логотип компании Fila? Это было непросто, но правильный ответ на картинке номер 2. Фанаты спортивной одежды Puma, вы здесь? Правильный логотип вот этот вот. Какой крокодил принадлежит компании Lacoste? Правильный ответ на второй картинке. А какой правильный логотип стирального порошка Ariel? Правильный ответ тот, что зелененький. А есть ли здесь такие же любители Пепси, как и я? Вы сможете дать правильный ответ? Если вы, как и я, считаете, что правильный ответ под номером 1, вы совершенно правы. Как хорошо вы знаете логотип Coca-Cola. Если вы считаете, что правильный логотип изображен на первой картинке, что ж, вы абсолютно правы.
Спрайт со вкусом лимона-лайма или лайма-лимона? Это вы мне скажите. Лимон-лайм, поэтому правильный логотип номер 2. Какой из этих двух логотипов принадлежит компании Fanta? Правильный логотип компании Fanta под номером 1. Ну что, кофеманы, вы сможете дать правильный ответ? Какой из двух логотипов Starbucks правильный? Итак, если вы ответили, что правильный логотип Starbucks под номером 1, что ж, вы абсолютно правы. Какой стандартный логотип компании Monster? Несмотря на то, что у энергетиков есть много баночных видов, стандартным всегда оставался зеленый. Помните, как правильно расположены буквы S в логотипе M&M's? Версия справа выглядит лучше, не так ли? Любители сладких печенюшек Oreo, вы здесь? Если вы считаете, что правильный логотип под номером 2, вы совершенно правы. Любители вкуснейших батончиков Сникерс, вы сможете дать правильный ответ? Правильный логотип Сникерс под номером 1. Ну что, любители фастфуда, сможете правильно ответить? Те, кто хоть раз присматривался к логотипу KFC, наверняка ответили, что правильный логотип под номером 1. И это совершенно верно. Ну что, любители фастфуда, сможете правильно ответить? Ну а правильный логотип Burger King под номером 1. Какой из этих логотипов Cheetos правильный? Правильный под номером 2. Как выглядит усатый символ Pringles? Вот так. Как часто вы едите Doritos? Если вы ответили правильно, вы их наверняка любите. Ну вот и все. Поздравляю всех тех, кто дошел до самого конца. Ну что, много ли логотипов вы в итоге знаете? Дайте знать об этом в комментариях. Понравилось видео? Да, тогда подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчики, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем удачи, всем пока-пока.